Всем типа привет. Сегодня я хочу попробовать предположить, когда выйдет вторая глава. Но предупреждаю, пока нету точно даты выхода этого обновления. И то, что я буду говорить в этом ролике, является чистой догадкой. Ну, поехали. Сначала хочу рассказать, когда разработчики начали работать над обновлением. Судя по первому скриншоту, который был опубликован 7 августа 2020 года, можно предположить, что работа над второй главой началась где-то в июле, и значит это обновление разрабатывается почти 3 года, и это реально долго. И за эти года вышло 5 девблогов, и в последнем девблоге разработчики сказали, что они стремятся выпустить обновление в этом году. Но вопрос, в каком месяце? Мне кажется, точно вторая глава не выйдет летом, скорее всего выйдет осенью или зимой. И это потому, что разработчики именно стремятся выпустить обновление в этом году. Ну просто, если бы они могли выпустить вторую главу летом, они бы написали в 25-м девблоге, что обновление выйдет примерно летом. Но, к сожалению, это не так. И, наверное, если обновление выйдет в этом году, то, наверное, в октябре, ноябре, либо в декабре. Но если не выйдет в 2023 году, то в январе, феврале 2024. И в последних девблогах можно увидеть, что контент второй главы почти закончен. Возможно, разработчики доделывают обновления и оптимизируют игру. Кстати, еще должны появиться достижения, карточки и значок, и на это тоже нужно немало времени. Ну или разработчики это уже сделали, я не знаю. Мне кажется, они не будут уже затягивать разработку обновления, а то прошло уже целых 3 года. Кстати, на сайте SteamDB можно увидеть, что разработчики создали новую локальную ветку, где скорее всего тестируют вторую главу. Создали они ее 8 марта и на протяжении всего времени часто обновляли. И это значит, что разработчики уже тестируют это обновление и исправляют баги. Это все, о чем я хотел рассказать. Всем пока.